Никитос Лайф представляет в эфире обзоры российских и украинских журналов «За рулем» и «Автомир». Приятного просмотра! Всем привет! Обзор журнала «За рулем», сентябрь 2019, номер 1059. Журнал «За рулем Россия» и приятного просмотра в главном номере Kia Seltos, а также сравнительный тест Renault Arkana, Renault Captur и Renault Duster, страница 64, Kia Soul, страница 18, и УАЗ Патриот с автоматом, страница 14. Приятного просмотра. Главный редактор журнала «За рулем Россия» Максим Кадаков. Лада Веста Спорт, реклама. Меня это не очень интересует. Содержание. Тайм-бли номера расскажу по ходу этого номера. Момент. Вчера не вышел обзор, потому что я очистил телефон, я удалил ролик и забыл, что у меня ролик загружается. Я выключил интернет, и он не загрузился. Все. Премьера. У вас Патриот с АКП. АКП. В украинском номере он есть. Следующий обзор будет журнала «Автомир». Номер 12. Ну и понятно, что дальше. Так, салон у вас Патриот. Kia Seltos. Крета больше не нужна. В украинском номере он тоже есть. Крета нужна еще как? Мне больше Крета нравится. Че, новый Kia Seltos? Mazda 3 против шерсти. Прикольно, в рифм звучит. Новая Mazda 3. Ну, так себе мне больше нравилась. Первого поколения 2001 года. Салончик Mazda 3. Такой вот. И зад, и вперед. Ну, тут, думаю, салон только надо показывать. Так, думаю, так все видно. Салончик. Audi A4. Вообще не похоже на себя. Вот салончик. Audi A4. Спецпроект Jaguar. Премьера линейки Kia GT и GT Line. Бэхе. За рулем актив. Как оспорить штрафы с камер. Дальше за рулем актив. Спецпроекты джип. Опасное сближение. Хавал F7, Джили Атлас и Хундай Тусан. Для Джереми Бро от Джили Атлас. Такая красивая машина в украинском номере, конечно, тоже есть. Кстати, А4 Audi тоже есть. И что-то я еще не сказал. Mazda 3 тоже есть, только чуть другие картинки. Вот. Хавал F7, Джилиас, Hyundai Tucson. Вот они все. Так. Вот. Ну, это нам не очень интересно. Нам больше интереснее, как в украинском. А вот, кстати, украинский номер. Сентябрь 2019. Сейчас найду этот сравнительный тест. Вот, сразу прям нашел. Вот, почитаем, как в Украине. Должно вот. Читайте, оставляйте на паузу. Hyundai Tucson. И Geely Atlas. В Украине жалко не продается. Хотя Geely Atlas. Такая красивая машина. Салон Geely Atlas. Haval F7. Hyundai Tucson. Задняя часть автомобиля. Geely Atlas. Еще там что-то. И от Geely Atlas... Атлас. Набрала самую низкую оценку 8,0. Haval F7 второе место. И Hyundai Tucson лучше всех набрало. Доказательство, что это Hyundai Tucson, Haval F7 и Geely Atlas. Так, тест зимней шины. 12 моделей. Правильно, 12? Да, 12 моделей. Я тут не сильно в шинах шарю, но 12 место, вот какие-то там шины. Первое место вот.
Кого убьет Аркана? Рено Аркана. Специально для Донбасс ТВ. Я к Рено Аркана отношусь положительно. Но единственное, что не надо делать акцент в каждом номере журнала «За рулем». Или делать акцент на каждой машине. Ну, блин, Рено такая классная тачка, что ли. Аркана тем более. Как по мне, это самый стандартный Рено кроссовер. Лифтбэк похож... Ну или как там, не знаю, как оно называется. Похож немного на Мерседес. Сейчас покажу, какого плана. У Мерса тоже было вот такой вот кроссовер, только изгиб такой шел, как у хэтчбека, как у лифтбека. Ну, короче, я думаю, объяснил понятно. Рено Аркана, Рено Дастер, Рено Каптюр. Этого теста у нас не будет и быть не должно в украинском журнале, потому что Донбасс ТВ сказал мне, что это Рено Аркана не для нашего рынка. Думаю, и так мне ясно было. Суперхит, типа. Дастер. Каптюр. И Аркана. Купе-кроссовер, точно. Купе-кроссовер это называется. Ну и задняя часть. За рулем эксперт. Ламба-Урус или Ламборгини-Урус. Ну, в принципе, это одно и то же. Шкода Октавия 2013 по 2019. Это новое третье поколение, по-моему. Чё, 2017 года, а не 13-го. Ё-моё. Эксперт идет. Дальше Subaru Forester 2012 по 2019. Правильно, это 2013 года. По-моему, да, 2013. Спецпроект FAV Bestour X40. Накрылись тормоза за рулем. Ресурс. Наш парк за рулем ресурс. Специальный проект Cherry Tico 4. Если без специальных проектов, то в этом журнале «За рулем» меньше страниц, чем в нашем. Если без спецпроектов. Тут 114, а в нашем... Хотя раньше было 400 с чем-то страниц. 460 в октябре 2007 года было. «За рулем транспорт», УАЗ «Профи». «За рулем транспорт», «Рено Мастер». «Мастерок». «Мастерок». Ведь же вот сейчас этот журнал на уровне нашего, можно сказать. Еще чуть парочку меньше страниц. 98, как у нас будет. Тут меньше получается. Тут за счет этих спецпроектов дотягивает, а так нет. Жалко, за рулем портится. Меньше страниц становится. В ближайших номерах Рено Аркана против Nissan Qashqai и Kia Sportage. Lada X-Ray. Всем огромное спасибо за просмотр. 12 комплектов зимних шин и кроссовер от Шкоды. Всем огромное спасибо и всем пока. Также номера сравнить можно вот по этой фишке, по шинам. Вот видите. Все. Пока.